Дорогие друзья, всем привет! Ну что, я приглашаю вас опять погрузиться в безумие. Хотя я пока его не видел, но творится что-то безумно интересное, это точно. Давайте продолжим. Итак, у нас четвертая глава, если мне не изменяет память. Туннели под особняком Хокинсов. Комната в особняке Хокинсов, где начался пожар, пролила свет на многое. Пирс и констебль Брэдли в поисках улик напали на след уцелевшего во время пожара. Когда человек в капюшоне ворвался в мастерскую Сары Хокинс, чтобы похитить ее картину, детектив и полицейский бросились вслед за ним. Проследовав за взломщиком до кабинета Чарльза Хокинса, они обнаружили потайной ход. Пирс и Брэдли спустились в туннель, идущий под особняком. Вы знаете, хочу перед началом поделиться с вами некоторыми мыслями. Во-первых, человек в капюшоне вполне мог быть Чарльз. Я вот честно не видел тело Сары, не видел тело Чарльза, и я даже не помню, чтобы кто-то упоминал, там, ну, что опознали. То есть нас просто поставили перед фактом. Но вы знаете, что если мы играем в условную какую-то детективную историю или даже триллер, все надо подвергать всегда сомнению. В данном случае можно предположить, что так как мы фактически нашли только силуэт мальчика, правильно, тело вот мальчика, там даже на этом акцент в прошлый раз был сделан. Можно предположить, давайте все-таки, чтобы хоть какая-то музыка была. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. Да. Yeah, and he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look, someone's been here recently. Кто-то здесь был недавно, он сказал. Блин, сейчас что-то пропущу. Нет. Лучше все-таки паузу нажать. Смотрите, бинты объясняют тем, что человек вполне возможно хотел как-то спрятать свои ожоги. Может быть, смачивал какими-то там маслами, допустим. То есть это вполне может быть Чарльз. Если предположить, что это мужчина. Или может быть даже Сара. Хотя мне что-то кажется, что там, наверное, мужчина какой-то был. Вот, опять же, маска тоже, если я правильно помню прошлую серию, там вроде бы тот на нас напал, у него была маска. Опять, чтобы спрятать не только ожоги потенциальные, но и спрятать личину. То есть, чтобы мы не угадали или не увидели, кто перед нами находится. Вторая штучка в эту пользу, второй момент, который, в принципе, может свидетельствовать о том, что это Чарльз. Потайной ход в кабинете, мне кажется, опять же, кто посторонний мог об этом знать, кроме хозяина этого кабинета? Наверное, только Чарльз. Третий момент. Тогда что случилось вот именно, когда произошел пожар, и где тогда тело Сары? А может быть такое, что живы оба? Ну, в качестве какого-то вот допущение, потому что я вначале не помню какого-то акцента, что тот же наш заказчик, да, отец Сары, он опознал тело, он видел тело. Я не помню, что про это говорили. Просто сказали, что вот у меня там это, я слышал об этом, сказал наш главный герой. Ну, типа, что у меня погибла дочь в пожаре. В общем, загадки, но вы знаете, что если даже допустить, что тела есть, и, возможно, они не опознаны, тогда кто третий? Вот. И опять же, в пользу того, что это Чарльз, возможно, фотография, которую мы нашли, но почему-то на ней акцента не сделали. То есть посмотреть поближе, кто там стоит рядом с Сарой, почему-то нам это не дали. То есть, а так как я не то лицо, которое в данном случае присутствует, то есть все действия ограничены игрой, я не могу проверить этот, ну, вот эту теорию. Так что давайте, друзья, наверное, условимся, что будем предполагать, что это Чарльз все-таки. По-моему, на это очень много всяких косвенных штук указывает. Фактов, штук. Three seats. Три стула, как будто ритуал какой-то, да? Три. Устойчивое число. Стул на трех ножках стоит. Четыре ножки не обязательно.
три магическое число во всяких ритуалах и нумерологии той же. Бог любит Троицу, опять же, про это тоже можно говорить. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Чарльз Хокинс часто бывал в этом месте, а кто остальные? Личины скрыты, да? Заметьте, ну вот это умышленно так сделано, потому что мы не знаем, кто вот эти остальные трое. То есть можно предположить, что в городе кто-то еще этим занимался, вот этими делами. Это бы, в принципе, опять же, смотрите, можно открыть замок. Я не буду спешить, я уже в прошлый раз, хоть я и не накосячил, я подумал, что там что-то можно сделать. Но нам потенциально, конечно, желательно вот навык взлома изучить. What is this mask supposed to represent? Что должна олицетворять эта маска? Ну, это Ктхулху. Мы с вами немножко умнее, чем наш персонаж. В том плане, что мы читали, да, Говарда Лавкрафта. Или, по крайней мере, слышали. Ну, попробуем, но это будет безрезультатно. Это факт. Charles Hawkins hides something in this chest. Вообще игра жестко ограничивает нас в том плане, видите, я выбрал поиск, я находил какие-то дополнительные, возможно, улики, которые не видны при базовом развитии поиска или при том развитии поиска, которое предложила игра. Теперь надо конкретно заниматься вот этим вот. Но это ничего не поменяло, уровень у нас все равно не поднялся. Вот. Поэтому теперь вкачиваем расследование, чтобы можно было все отпирать и делать какие-то выводы, находясь на месте преступления. К сожалению, я не могу посмотреть, что здесь. Опять же, игра подталкивает к тому, чтобы пройти еще раз и узнать все вот нюансы этой интереснейшей истории, по крайней мере, на данный момент. Ну. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Так, послушайте, а это интересно, да? То есть Сара Хокинс подслушивала, либо слышала, либо видела что-то. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Тот, кто сидел здесь, мог видеть Сару Хокинс. Это могло иметь отношение к ее смерти. Блин, как интересно. Чего они так путают меня? Так неинтересно. Слушайте, ну круто, круто. Ну, если предположить, что она что-то услышала, тут ее муж. Кто-то пытался... Вы знаете, там говорили про два семейства, два, которые здесь вот давным-давно типа обосновали, семьи основатели. Обычно во всех историях, художественных, нехудожественных, семьи основателей имели какое-то привилегированное положение по отношению к другим и очень часто состояли в каких-то различных закрытых группах, культах, орденах, вот, и тому подобное. Вполне возможно, что два остальных вот этих представителя здесь за столом, мы даже не знаем, мальчик это, девочка, да? Они могли иметь отношение к этим вот семьям, основателям. Блин, столько теорий в голове, пока я все озвучу, уже час пройдет. Чё думаешь? Видимо, ничего не думает. Вниз идем. Давай-давай, двигай булками. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. Там кто-то есть. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. Пещера большая, тут наверняка должны быть другие входы. Архитектор идет дальше вниз, можно начать и отсюда. Я туда не полезу, я лучше найду другой путь. I prefer not to ruin my uniform. Я бы не хотел портить входу, если можно. Ладно, ладно. Поищите другой вход, а я попытаюсь счастье внизу.
Вообще, по законам жанра, разделяться-то никогда не надо в таких делах. Это прям максимально странно. Особняк Хокинсов начал превращаться в руины задолго до того, как пожар погубил его обитателей. Когда-то шикарное здание стало свидетелем падения семейства Хокинсов. В коридорах разбросаны картины Сары Хокинс. Влага уничтожает внушительную библиотеку, окна разбиты или забиты досками. Судя по гостиной, в которой начался пожар, дело было вовсе не в семейной ссоре. Я обнаружил следы оккультных практик и какого-то огромного чудовища, которое оставило отметины на стене в коридоре, ведущем в ее мастерскую. Что же касается кабинета Чарльза Хокинса, то там нашелся тайный ход в сеть подземных пещер. Я не знаю, про какое чудовище он говорил. Да, там были следы, как будто царапины какие-то. Я тоже это видел. Мне странно было думать, что это человек. Помните, вот такие, типа, как от пальцев вначале показалось? Это вполне пальцы могут быть, никакое не чудовище. Кто бы мог подумать, что под особняком Хокинсов расположена такая огромная запутанная сеть пещер. Она оказалась укрытием для какого-то культа. Не могу поверить, что Сара и Саймон жили прямо над такой опасностью, ничего не подозревая. Ну, в том-то и дело, что они как раз-то все прекрасно понимали. Странное, скрытое помещение, расположенное у входа в пещеры, заставляет задать новые вопросы. Судя по столу и трем стульям, Чарльз Хокинс с кем-то здесь встречался. Причем гостей было не больше двух. Еще больше смущают предметы эзотерической природы. Возможно, тут замешан какой-то культ. Судя по обрывкам ткани, здесь была и Сара Хокинс. Не угрожала ли ей опасность из-за того, что она обнаружила эти тоннели? Мы тут что-то не посмотрели. Эти письма вскрыты, но, очевидно, не покидали кабинета Чарльза. Они перевязаны тесемкой с аккуратным узелком. Зачем Хокинс перехватывал почту своей жены? Карта Дарквотера, которую нарисовал Чарльз Хокинс, некоторые места обведены. На этой фотографии Чарльз Хокинс и капитан Фицрой запечатлены еще с одним человеком. Кажется, они очень близки. Да, кстати. Так, старая керосиновая лампа все еще исправна, только нужно быть внимательной, она потребляет много топлива. Вообще, надо как-то это учитывать, да? У нас есть зажигалочка. То есть, когда будет что-то очень темное, может быть, эта тварь, которая здесь потенциально может быть... Она вполне может боиться света. То есть я не знаю, мне в принципе достаточно вот этого вот зажигалки. Не знаю, как вам. Ничего я здесь не вижу сверх. Сверхнужного, чтобы использовать лампу. То есть какой смысл в этом? То есть мне света достаточно. Да, темновато где-то. Может быть, какие-то предметы, правда, мы раньше будем примечать, там что-то подсветится нам. Тут как-то, слушайте, я сейчас даже и не пройду нигде. Ну вот и все, мой путь закончен практически. Ну да, потише главное. То есть обратно он уже не вернется. Ну, ты себе могилу роешь. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Что-то вроде ловца снов. Если я коснусь, короче, превратится в пыль. Воды, 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 воды. Тхулху любит воду. Опять кто? Тхулху. These paintings must be several centuries old. Этим рисунком, наверное, несколько столетий. These paintings must be Племя людей, поклонявшихся морю и его дарам, высадилось на берегах острова, окруженного темными водами. Их обнаружило существо, которое некоторые зовут пожирателем китов. Долгие годы существо преследовало их во снах, пока ослабленные умы их не сдались. По приказу существа спустились они в темные воды, окружающие остров, и не вернулись.
Выдержка из молота твари Абигайл. Так, кельтские руны. Маленькие отполированные камни, украшенные кельтскими рунами. Вероятно, они использовались для прорицания. Обычно такие находят в Европе. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? А я теперь понял, где лампа нужна. These people lying down. А нет. Are they dead? Are they asleep? Мне показалось, помните, камин у нас один был, и там значок лампы был. Там это значит, просто нужно освещение, не обязательно керосиновая лампа. Я думал, все-таки есть разница, знаете, вот, допустим, здесь. Какой-то большой наскальный рисунок, и конкретно вот зажигалки не хватает, чтобы все вот это увидеть. Возможно. These buildings seem to have come out of the water. Это здание похоже на поднимающееся из воды. Тут без комментариев. Как будто бы, знаете, вот свет рядом где-то, вот, да, вот вроде бы вот. Блин, мы так близки к выходу наружу, но когда вот люди там уходят в пещеры и потом начинают искать выход, забывают, как сюда попали, и вот ты всегда видишь этот, вот знаете, этот выход, он рядом, а выбраться не можешь, это настолько пугает всегда. Ну, можно было аккуратненько. Так, ну, давайте сейчас поднимем мы. Не хватает еще одного отчетчика. Так, а вот, наверное, мы, собственно... Интересно, наш полицейский может быть причастен к этой... К этим трем? В эту пользу говорит, знаете, что он не боится то, что здесь происходит. Он может вступать... Споры с Кэт, которая здесь явно не последний человек. То есть как будто бы у него за спиной есть какая-то надежная опора такая, знаете, какое-то могущество скрыто. Может быть, это причина, почему он такой? Или же он действительно чересчур исполнительный? То есть доверять на 100% все-таки нельзя ему тоже. Констеблю я имею в виду. Опять же, раз горит лампа. Ага, можно менять, все хорошо. Time has weakened these structures. Тут кто-то шел, когда мы были, почему он комментарий не сделал? Когда вот я разговаривал с полицейским, тут кто-то ходил. Я прям видел это. Фигура в плаще, ну как обычно принято в оккультных историях. Вот сюда шла, вот отсюда шла, вот отсюда. Вот, кстати, а почему она отсюда шла? Что тут? И вон туда она двигалась. Поэтому мы сейчас пойдем вниз, посмотрим, что там. Нет времени осматривать ящики. Очень жаль. Время должно быть на все. Похоже на животный жир, но явно не китовый. Вообще какая-то странная субстанция. Лодка. Да, интересная такая, знаете, сверху надпись «Найдите след вора», а если это Чарльз, то он не вор получается. Тогда все это дело ничего не стоит, фактически. Сейчас мы точно кого-то увидим. What's going on here? Что тут происходит? Пирс! Брэдли Пирс. Your voice down. Тише, мы не одни. А что вы меня втянули? We'll see. Вот и узнаем. Я пойду, а вы постарайтесь не высовываться. Да, там есть проход. Встретимся внизу. Вообще, все эти шепоты, они обычно в пещерах. Но там, правда, от пещеры зависит. Обычно все это слышно.
Уж тебя как здесь... А, вот как спустить. Давайте двери закроем. Потому что мало ли... Кто-то будет идти следом, а у них принято закрывать за собой. Такой свет не даст меня увидеть, и в то же время я буду что-то видеть. Прям так палиться не хочется. Хотя у них куча света, они могут меня не заметить. О, там кого-то в жертву приносят, смотрите. А кто это лежит там, дергается? Это человек или... Кто-то в капюшоне или это какой-то монстр? Так, тут камушек, я подходить не буду. Подозрительный камень, который может, мне кажется, грохнуться сверху, я привлеку внимание. Знаю я эти фишки, знаете, как говорится, опытный. Тут, кстати, и фонарь, между прочим, спалить бы меня мог. Потому что свет фон... Свет фонаря меня точно выдаст за милю прям. Вон, констебль ходит вообще без фонаря и нормально себя чувствует. А, у него лампа, блин. Да я его недооценил. Игра сохранена, прям страшно становится. Так, не буду спешить. Непонятные знаки. Общая могила. Можно туда упасть? Не, хотя можно, такое ощущение. Это же я! Спину держи, дебил, блин. Сейчас констебль люлей даст. А-а-а. Блин, даже не дали все исследовать, засранцы. I got it. I can't breathe. What? Паническая атака. No, damn it! I must find a way out of here. А как отсюда выбраться? Тут-то выбраться негде. Чувак-то мертв. No, damn it! I must find a way out of here. Ох ты ж твою мать, а как отсюда выход-то найти? Здесь-то некуда бежать. Ага, я с ума схожу. Так, смотри на стенку, смотри на стенку. Здесь крови нету, здесь крови нету. Дышим ровно. А если мы так сделаем? No, damn it! Так, тут, по-моему, и фонарем можно воспользоваться. О, есть выход. Ух. Все. Ух. Я думал, сейчас крыша поедет у нашего подопечного. Так. Вы уверены в собственных способностях, а материалистический подход помогает вести расследование. Строго придерживаясь фактов, убеждений, личного мироощущения, ваши выводы логичны и проверены. Вы знаете, после того, что я увидел, я как-то не уверен в том, что я уже буду адекватно рассуждать. Is it my turn? Yes. Это моя очередь? It is time. Да, время пришло. You will soon be one of us. Скоро ты станешь одним из нас, если тело твое и разум твой готовы. Мне это снится каждую ночь. У меня постоянные видения, я готов. Good enough. Хорошо, prove докажи. It's like in my dream. Прям как в моем сне. Забавно, да, что до всего этого расследования у него были похожие сны. Это прям, знаете, вот, к примеру, все это можно считать каким-то надуманным. То есть, да, вот мы, к примеру, попадаем в какое-то странное, вот в такую ситуацию, но без предпосылки, без того, что у нас были какие-то странные, мягко говоря, сны. Но если мы попадаем в ситуацию, это видели мы во снах, о чем это говорит? Либо существо, которому они поклоняются, прям способно, допустим, видеть будущее, способно влиять на разум людей, либо
если брать, опять же, научную какую-то составляющую, я человек больше науки, он уже был в такой ситуации. Он был в такой ситуации, но его мозг попытался все это забыть. Я про это уже много раз рассказывал. У мозга есть защитная реакция, когда вы совершаете какое-то ужасное действие, либо для вас это тяжелый психологический поступок, вы просто можете это забыть. Ни детектор лжи, ничего, даже гипнозы иногда не помогают. Хотя иногда вот именно из-за гипнозов люди что-то начинают вспоминать. То, что, казалось бы, вообще к ним не относится. То есть, ну, это такая методика, вы знаете, она опасная для психического состояния пациента. Поэтому в данном случае можно предположить еще такой вариант, что он когда-то состоял в этом культе, но он просто-напросто все позабыл. У него какая-то вот, знаете, вот защитный такой механизм сработал. Может быть, опять же, он какой-то наследник, там отец его, допустим, мы ничего про его родителей не знаем, когда-то состоял, и вот есть такое выражение «кровь помнит». Опять же, наука это пока тяжело объясняет, но иногда как-то вот это всплывает, то, что помнили или проходили, проживали какие-то вот наши, там, допустим, родители, иногда дети каким-то невероятным образом почему-то это могут помнить. То есть как будто бы они через это проходили. Опять же, возникают какие-то сны, которые потом при дальнейшем исследовании оказывалось, что вот эти переживания, вот этот сон, который был у ребенка, там, ну, ребенок уже может быть там 20-летний, там 30-летний, к примеру, это было у родителей на самом деле. То есть тут можно пойти по стороне, знаете, вот именно сразу фантастики, хоррора какого-то, первый вариант. А второй вариант можно пойти по стопе науки. Психология, генетика, вот это все, знаете. Биология. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Я нашел этот кинжал в туннелях под особняком Хокинсов. Хозяин бросил его, когда ушел к другим мужчинам, с другими мужчинами в капюшонах. Прогресс. Так, ну, понятно. Возможно, мы где-то им воспользуемся, я так понимаю. Что-то я не вижу. Он пишет, что здесь есть... Блин, неудобно сделано. Немножко. Угу. I can't read Latin. Я не умею читать на латыни. Ну, не беда, я тоже не умею. Все мы не умеем. Даже те, кто учится на медицинском, я думаю, тут тоже бы не прочитали. Множество отрывков из старой Библии зачеркнуто или прокомментировано на полях. Странный способ изучать священное писание. Блин, как интересно. Слушайте, у меня прям столько всяких мыслей. Я даже к двери подходить не буду, честно скажу вам. Слушайте, а здесь-то мы во сне были? Я помню это место, это сон. Я помню это место, это во сне было. Да, и там какая-то хрень в воде еще была, а тут фонарь стоял. Да-да-да, там херня какая-то плавала. Тише. Не ссы, Маруся. Ну, уже ничего не всплывает, и слава богу. Ну да, тут вроде ничего не видно. Ух. Как убрать фонари все эти чертовы? Тише. Закрывай двери за собой. В лифту родился, блин.
Дурачок, блин. О, древний спящий, прими этого сновидца под свое бессмертное крыло. Я Ктулху Нитсиха. Это я не буду читать даже. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Они что, ищут вместилище для Ктулху? I feel him. Я его чувствую. You are gifted indeed. А у тебя и в самом деле дар. Ни слова больше, пусти его в себя. Да. О спящем мы молимся о твоем возвращении в Царство Небесное. Не-не-не, я следить этим не буду. Ктулху все видит, Ктулху все знает. Я лучше сразу пути отхода буду искать. Хотя по ощущениям, как будто бы, друзья, я себя в угол загоняю. Again, this primitive writing. Примитивная надпись. Dead. Мертвы? This ritual killed. Этот ритуал убил их? Where's the sense in that? Dead. This ritual killed him. То есть они сейчас его этого сейчас сюда принесут. What about your protege? His awakening is complete. Его пробуждение подошло к концу. Он скоро к вам присоединится. Я же сглотнул, друзья. Боже, я аж весь сам на мурашках сижу такой. Слушайте, тут как будто полгорода в этой фигне участвуют. Два странных человека и решил, что ничего хорошего не предвещает. А это что еще такое? Нарушитель! Вот черт. Пипец, Брэдли. Культист. Это Чарльз? Или мне показалось? Брэдли, get back! You asked for it. А мы это видели во сне. Чарльз. Вы не должны были это увидеть. У-ху! I need to get out of here. Бежим, 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 быстрее. Ух, ух. Так. Я, походу, не успел. Ага. My leg. Так, стойте. Блин, слушайте, а я как-то вот как баран. Реально, я немножко подзабыл. Вначале же мы все это видели. Точно такую же сцену. Как полицейского протыкает, он в него стреляет. Это же все было, блин. Получается, наш герой, может, обладает каким-то... Или это просто флешбэк был? Что-то я как-то... У меня как будто память отрезала, реально.
вроде тут все. Где там наш Чарльз? Жалко, кстати, полицейского. Он единственный, вы знаете, мыслил нестандартно. Все-таки хорошо, что не дошло до каких-то обвинений, но прям это... Вот, вы знаете, похоже, был единственный наш союзник. Тогда это и объясняет, почему Сара мертва, почему мертв ребенок. Видимо, она... Все лежит в этом мясе. То есть, если взять вот этот, помните, того кита, хотя там, наверное, не кит был, то, что привезли охотники... Вот, и все, кто попробовали это мясо, видимо, они, что-то с ними случилось, про это я говорил. И опять же, вот этот ужин, да, который был, вот, сцена перед смертью, ну, точнее, перед пожаром, когда у мальчика разбитая тарелка была, отец там, Чарльз, получается, стоял, там, орал чуть ли не на жену, получается, ну, поза такая была некрасивая. И она не притронулась к мясу. То есть это говорит о том, что он, видимо, хотел как-то их сделать частью культа. То есть мясо что-то делает человеком. Что не знаю. Но что-то делает. Я не понимаю, что здесь вот это получается. Они лежат на ледяном камне. Может показаться, что они мертвы, но их тела не разлагаются. Это какая-то кома. Ясно одно, тела этих людей каким-то образом изменены. Я не уверен, что их все еще можно называть людьми. Выдержка из записной книжки частного детектива Эдварда Пирса. Вы знаете, вот эти вот выдержки звучат, как будто бы, знаете, постфактум нашли там на теле убитого там или пропавшего без вести. Вот все, что известно, типа, находится в его книжке. Все, что известно об этом расследовании. Потом там, допустим, такая, знаете, затравка перед следующей частью. Появляется новый детектив и находит эту книжку и начинает свое расследование. Блин, ёппара, с этой без ноги. Покажи ногу свою. Ну да, у нас бесплотная душа, блин. Вообще это потенциально смерть. Отползаем, проверяем все. И с Кэт мы поругались еще, между прочим. Хотя, мне кажется, в любом случае с ней поругались. Мы ничего плохого не сделали. То есть зашли туда с ее согласия. Втихаря не пробирались. Твою мать. Обосраться можно было. Ну что, друзья, получилась не очень длинная глава, но так может быть и интересней. Даже не знаю, что предполагать. Тут, наверное, даже особых разговоров вести каких-то не надо. Мы сами все видели. Чарльз, получается, живой. Видимо, вот следствие вот этого вот, вот этой обедни условной послужила ссора, которая перешла во что-то большее. Единственное, что непонятно, где тело Сары, и если постфактум Сару нашли потом... Где ж тогда она погибла? Ну, то есть Сара, в общем, получается, стала как помеха. Может быть, опять же, предположить такой момент можно, что вот эта вот трапеза, которая произошла, Сара до этого заметила, ну, то есть проследила за мужем и заметила там, ну, знаете, там заносила ужин, допустим, раз его нету там, в кабинете, и заметила какие-нибудь царапины, к примеру, на полу. Тоже девушка не глупая, решила... Там эту загадку там условно там, с этим глобусом спустилась вниз, подслушала, увидела, что-то поняла, сделала вывод, хотела, возможно, выбраться из особняка, но так как муж перехватывал все ее письма, муж был в курсе, просто готовился, искал какой-то повод, либо ждал чего-то, но не дождался, случилась ссора, пожар, и все пошло немножко не так. Причем я даже не уверен, что сторож не в курсе всего этого. Если он всю жизнь служил семье Хокинсов, то вполне возможно, он и в курсе, что случилось с Чарльзом Хокинсом. Он все прекрасно понимает. Что дальше? Дальше, друзья, прям самый настоящий туман. Союзников у нас фактически не осталось. Единственный такой бойкий, яркий персонаж, наверное, это все-таки Кэт. Если брать капитана судна, который нас сюда привез, я бы сказал, что доверять ему тоже не стоит, хотя бы потому, что он
на одной фотографии с Чарльзом. Это косвенно указывает на то, что, возможно, он вхож вот в этот внутренний круг. Вот, опять же, схожесть его там с этой... с очень старой фотографией, где он был без ноги, или он, или его отец, как он выражается. В общем, доверять реально нельзя никому, кроме, возможно, Кэт. Но с Кэт, напомню, как-то мы не очень хорошо расстались. Короче, я очень буду ждать следующей серии. Огромное вам спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, если вы не играли, прям максимально интересно услышать вас. Но мне кажется, мы абсолютно логично и правильно рассуждаем, и хочется просто следить за расследованием, знать, что будет дальше. На сегодня все. Всем хороших снов и пока-пока.